Всем привет, мои хорошие, рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами будет Макдональдс. Еще мы будем пробовать вот такой вот десерт, который ранее я никогда не пробовала. Помните, в KFC мы пробовали что-то наподобие, мне безумно просто понравилось. Здесь я увидела в меню, что у них тоже есть. Заценим и сравним, где лучше и вкуснее. Напиток у нас вот такой вот, тоже буду пробовать впервые. Привезла мне его Чинара. Если вы видели влог, вы, наверное, видели, как я все это открываю и шокирована была, сколько всего вкусного и интересного она мне принесла. Также луковые кольца, наггетсы и макчикен, мой любимый. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой ракурс, настолько близко вас устраивает или как-то не очень. Обязательно пишите. Ой, я вообще заказала, думала, что будет платная доставка, потом была очень приятно удивлена, что оказывается бесплатная. Обычно, когда у них бесплатная доставка, бывают уведомления. В этот раз никакого уведомления не было. Я уже собралась платить за доставку. Смотрю, указано бесплатно. Немного была в шоке. Так, попробуем напиток. Супер. Напоминает напиток чупа-чупс с клубникой. В общем, ребят, я потихоньку привыкаю к самостоятельности. И вы знаете, оказывается, это все не так уж и сложно. Днем я снимаю свои материалы. Вечером я убираюсь. Стираю, глажу, не знаю. Хочу вот сегодня елку разобрать. Она уже в таком состоянии. Твикс эту елку просто изнасиловал. Поднимается до самой макушки. Я пытаюсь заснять, как он это делает. Как только я начинаю снимать, он сразу спускается. Мне лично очень нравится этот ракурс. Прям так близко. Как иногда бывает в ASMR-видео. Мне в какой-то степени даже нравится делать какие-то домашние дела, убираться, стирать. Вы знаете, я стала такая организованная. То есть раньше элементарно свое видео просто не могла вовремя снять и смонтировать и кинуть. Сейчас как будто у меня появилось второе дыхание. Ой, какой напиток обалденный. У нас, когда в универе мы учились, была девочка. Которая была из достаточно богатой семьи. Но она жила отдельно от своих родителей.
У нас в Азербайджане это как бы не приветствуется, так скажем. Считается как-то странно, почему она живет одна. А что так? Наверное, что-то случилось, какие-то проблемы с родителями. В общем, при том, что она училась в универе. Хорошо училась. Она еще работала. Строительная, кстати, компания, очень крупная. Ну, там, знаете, небольшая должность у нее была. Помощник, там, руководитель HR, что такое. Ассистентка. Ну, очень пробивная была. И с учителями у нее хорошие отношения. И занятия не пропускала, и на работу шла. Я всегда смотрела на нее и думала, вот какая молодец. Просто, наверное, все-таки чем больше мы себе внушаем, что мы устали, нам надоела эта жизнь, чем хуже ваше моральное состояние. Я вчера в Инстаграме написала пост. Ну так, в истории, чисто свои мысли вслух. Я, если честно, думала, что наоборот все засмеют. Вот я очень не люблю, когда блогеры, там, у которых совсем мало подписчиков, начинают говорить, вот, я вот стану такой знаменитый, вот вы увидите, все там будут мне поклоняться. Я считаю, что это глупо писать такие посты. Сначала добейся, набери хоть какую-то аудиторию, потом же. Не в обиду как бы никому. Но это глупо. И вот я тоже решила написать, так скажем, пост. О том, как я счастлива. Я реально очень счастлива. Я там постаралась выразить все свои мысли. Я просто вчера села и осознала, что я очень счастливый человек. Я снимаю контент, кто-то это смотрит. Я снимаю 3 видео в день, 4 видео в день люди это смотрят. А когда-то я об этом мечтала. Я смотрела на других блогеров. И мечтала. Я смотрела блогера, у нее на каждом видео по 20 тысяч просмотров. Я смотрела и думала, блин, хоть бы мне хоть 10 на каждом видео. Вот я просто была бы очень счастлива. И сейчас это есть. Я просто настолько счастлива. Может быть, мои слова как-то звучат глупо или тупо. Но я такой человек, я умею радоваться мелочам. Мне для счастья браслета от Cartier не надо. Я могу купить себе парфюм за $20 и быть при этом очень счастливым человеком. То есть, как сейчас, я гармонична сама с собой, у меня в жизни никогда не было. И тут дело не только в деньгах, но и в них тоже. Но еще и в отношениях. То есть, в отношениях я абсолютно счастливый человек. Я очень рада, что я нашла своего человека. Я счастлива на все 100% сейчас. Даже если ничего меняться не будет, мне вот так вот все достаточно. У меня есть любимая работа, хороший коллектив, друзья верные, нормальные, искренние.
Бывает иногда, что человек в поиске себя. Я раньше всегда смотрела блогера. У нее с крыши течет. И у нее дофига косметики, супер бюджетные. Но она болеет этим, да. Она дышит этим. И люди живут очень бедно, при этом они супер счастливые. Есть что поесть, есть что надеть. Жизнь прекрасна. На мой взгляд, даже не надо мечтать о каких-то заоблачных зарплатах, о больших деньгах. Самое главное – уметь радоваться тому, что у тебя есть. А у тебя по-любому что-то да есть. Так, давайте поотвечаем на вопрос, а то просто какая-то вода получается. Айка, расскажи, пожалуйста, про своего брата и папу, когда они вернутся и будут ли жить вместе с вами. Спасибо за ответ. Папа вернется, когда он выйдет на пенсию, а брат непонятно, вернется или нет. Возможно, он захочет жить в России. У меня мама, да и папа тоже. Они такие люди. Всегда дают возможность выбрать. Никто брата не заставляет жить с нами. Это абсолютно его выбор. Хочет, пусть живет с нами здесь, в Азербайджане. Нравится ему в России, пусть живет в России. Нравится где-то в другой стране. Пожалуйста. То же самое касается личной жизни. То есть нету этой давки, что обязательно должна быть лезгинка. Обязательно нашей веры. Пусть сам решает. А папа там работает. У него есть его любимая работа. Без работы моему отцу очень скучно. Как только выйдет на пенсию, обязательно приедет. Многие там гадают, у папы там любовница, у него там другая семья. Вы знаете, я скрывать не буду. Если бы у папы была бы другая семья, то я бы так и сказала. Если бы у меня была бы сводная сестра или братик, я бы с удовольствием бы общалась. У меня папа очень семейный человек. Семьянин. И вот уже сколько времени он хочет приехать. Никак не получается, у нас же граница закрыта с Россией. Ну вообще, я так понимаю, в ближайшее время все будет открыто. Потому что интенсивно уже всем делают вакцину. Но говорят, что бывают и случаи смерти после этой вакцины. То есть непонятно, как организм отреагирует на нее. Бояться этого и не делать, я лично не вижу смысла.
я бы сделала. Просто чисто думать, ой, а вдруг я умру после этой вакцины? Так и вдруг кирпич на голову упадет, и тоже умрешь. Суждено, умрешь. Выпил напиток, просто бомба. Так что я за вакцину. Прикиньте, все откажутся делать вакцину. И что, постоянно теперь дома сидеть? Кто-то там говорил, вот, коронавируса нету, это придумки властей. У меня брат реально болел. Вот фактически пример у меня на глазах, живой. Мой родной брат переболел. Мне в комментариях писали, ой, не корона у него, просто грипп, наверное, перепутал. Так он вообще не чувствовал запахи. Очень плохо себя чувствовал на протяжении, наверное, дней 10. Сдал тест положительно. Он просто перестал чувствовать запахи. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет безумно приятно, если вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк этому видео. Также обязательно в комментариях пишите, как вам такой ракурс, нравится или вернуться к прошлому ракурсу. Всем пока!